Добрый день, дорогие друзья, зрители моего канала и подписчики. Вы на канале Crosh TV, я Crosh. И да, друзья, у нас снова прохождение Plants vs. Zombies 2 или Растения против Зомби 2. Да, вы не ослышали, все эту замечательную игру мы снова будем проходить вместе с вами. Да, и сразу же напомню, что кому понравилось мое видео, кто хочет поддержать мой канал, подписывайтесь на него, друзья, да, поддержите его. Так, и у нас 35-й левелап, давайте начнем. И посмотрим, что нас там ожидает. Так, вот эта полоска мне не очень нравится. Так, смотрим, где они пойдут. Ага, отлично. Сразу же еще фишканем это дело. Отлично. Этот парень теперь за нас. Так, срочным образом просто. Блин, мне вот этого бы еще бы законтролить, если честно. Так, на всякий пожарный вот здесь вот надо ставить. Так, о-о-о-о! Ты че, парень? Куда собрался? Так, ну-ка кушайте пока. Да, давайте рестартнем, потому что профукали мы этот момент. Ну, было все не очень неплохо, если честно. Но вот эти животные, конечно. Сразу же выставляем, пускай. Угу. Так, нормально. О, сразу двоих. Отлично. Просто пришлось, друзья, это сделать. Так, ну тут нам помогают. Это пока попридержим. Ну тут надо на всякий пожарный поставим. И вот так еще сделаем. Такс. Двое явно не справляются. Хавайте пока, ребята. Давайте, вольните уж их, ё-моё. Сколько уж можно. Оп-оп-оп-оп-оп. Хавай, 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 парень. Фак. Надо было воспользоваться баблом. Ну, вроде бы уровень простецкий, но он, видите, все по времени. И получается, что вроде бы легкий, но тяжелый. Так. Сразу же вот здесь вот ставим эту фигню. В принципе, он, да, он ушел. Все нормально, вот это вот сейчас так. Отправим. Эти надо экономить всем, фулсеты. Так. Вот, отлично. Хоп. Здесь поймали мы. Двоих аж. Сейчас вот здесь вот пойдет. Так, вот тут сразу же убираем. На всякий пожарный этот ставим. Куда? Бетишки. Так, отлично. Один, ну, свалил, к сожалению. Так, что там за толпа такие-такенная? Огромадная. Так. Воткнем пока на всякий пожарный. Отлично, есть. Сразу же фишкуем это дело. Так. Отлично, одного вальнули. Так, хоп. Сходу, сходу. Так. Смотрим, где пойдут. Вот здесь явно сейчас пойдут. Быстренько, быстренько. Так, стоять, 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 парни, стоять. Вы куда собрались? У одного до сих пор этот действует. Давайте-ка вот так вот прям сделаем. Вот сюда вот нам надо. Так. Есть ништячок. Всех мы их замедлили. Сейчас, по идее, пойдут динозавры, я думаю. Так оно и есть. Сразу же вот ставим. Так. Сейчас, потому что будут закидывать, я думаю. Так, хавайте, хавайте. Так, так, срочным образом вот сюда вот. Давайте дальше. Вот этих будем прям сдерживать, эту толпу. Потому что для нас она самая опасная. Тут уже никого не пойдет. Отлично. Так, есть. Ставим дальше. Фу, друзья, просто эпик. Экстумап. Неплохо справились. Даже можно было этим лепесточком не работать. Так. Ну, 36-й левелап уже у нас будет в следующей серии. А я с вами попрощаюсь. С вами, друзья, был Крош. Поддерживайте мой канал, подписывайтесь, кто еще не подписан, ставьте пальцы вверх, комментируйте. Увидимся уже в следующей серии. До новых встреч. Пока-пока.